Как вы знаете, послание к Ефесянам написано было примерно в 60-м году. Апостол Павел в это время находился в местах не столь отдаленных, в тюрьме. Это одно из его тюремных посланий. Ну и, как многие из вас наверняка знают, в большинстве рукописей нет вот этой фразы в Ефесе, ну, которая есть у нас, вот, например, в синодальном тексте, Павел волю Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе. А, скорее всего, это было окружное послание, предназначавшееся группе церквей. Как вы знаете, в послании к Колоссянам Павел упоминает некое загадочное ладикийское послание. Он говорит, что когда вот это послание вы прочитаете, вы Послание к Колосянам перешлите в Лаодикию, а то, которое из Лаодикии, прочитайте вы. Большинство исследователей считают, что вот то самое ладикийское послание, которого у нас нет, это и есть послание к Ефесянам. Ну, на самом деле, это все может быть полезная информация, а может быть и нет. Мне, конечно, гораздо интереснее копнуть, собственно, сам текст, попытаться его рассмотреть. Что можно сказать об этом послании? Мне сразу вспоминается вот школьная программа, когда мы читали в школе «Мертвые души» Гоголя. Я помню, что самым мерзким персонажем для меня был, конечно, Плюшкин. Человек, который экономил буквально на всем, у которого крестьяне мерли, как мухи, сам он превратился, как бы мы сегодня сказали, в эдакого бомжа, питался заплесневелым хлебом, экономил на бумаге, хотя был не беден. История знает немало богатых скряк. Я читал про американку, которая умерла в 1916 году, звали ее Кэти Грин. В 16 году у нее на счету был на момент смерти 100 миллионов долларов. Представляете, в те годы 100 миллионов это была большая сумма. Умерла она от истощения, потому что питалась холодной кашей, ей было жаль тратить деньги на разогрев пищи, на электричество. Ее внуку ампутировали ногу, потому что она отказывалась оплатить операцию. Внуку искал бесплатного врача для бедных. В общем, история знает: вот примеры таких людей, которые богаты, но богатством своим не пользуются, не могут извлечь из него никакой пользы. На таких плюшкиных похожи очень многие христиане. У них есть великое богатство в Иисусе Христе, но они живут как нищие. Я не имею в виду здесь, конечно, достаток материальный. Они не пользуются тем, что дает им Христос. И вот для таких горе христиан, наверное, и написано послание к Ефесянам. Почему я делаю такой вывод? Потому что основная тема послания к Ефесянам – это наше богатство во Христе, наше духовное богатство во Христе. Конечно же, апостол Павел здесь впервые говорит о церкви не как о поместном образовании, а как о вселенской церкви, как о сообществе всех верующих, которых очень и очень сильно благословил Христос. В послании описано наше положение во Христе, наши привилегии, наши обязанности. Это очень практическое послание, поэтому мы с вами не пожалеем, если внимательно его изучим. Представьте себе, что вы пришли за зарплатой, получать зарплату, ну или стипендию. Ну, я не знаю, к примеру. У вас зарплата 10 тысяч рублей там, или стипендия. Вот вы пришли, кассир вам выдает ведомость, вы находите свою фамилию и смотрите, напротив вашей фамилии написано 20 тысяч. Вы говорите, вау, как же это так? Я же 10 получал. А кассир говорит, ну вот теперь 20. И отсчитывает еще в евро. 20 тысяч евро. И говорит, это за неделю, учти. Конечно, это будет сюрприз. В детстве мы все хотели справлять два дня рождения, ну или больше в году. Интересно, что апостол Павел начинает свое послание о богатстве во Христе с описания двойных благословений. Двойное благословение. Именно двойное благословение мы имеем во Христе. Очень часто люди ну, пропускают вступление к посланиям, и совершенно зря, потому что во вступлении уже апостол Павел, в частности, очень много информации сообщает, он как бы задает весь тон послания. Поэтому давайте с вами прочитаем, что там говорится. Во Христе мы имеем двойное благословение. Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Во Христе мы имеем двойное благословение. В чем же оно состоит? Здесь апостол Павел рассказывает нам о том, что Бог благословил нас четырьмя двойными дарами. И каковы эти дары? Это двойная забота о нас, это двойной титул, дарованный нам, это двойное успокоение и двойная защита. Давайте об этих подарках поразмышляем. О подарках вообще всегда приятно размышлять. Итак, первый дар. Двойная забота. Двойная забота о нас. Посмотрите. Павел... Волей Божией апостол Иисуса Христа. То есть Павел пишет ефесянам. Вообще, скажем так, с Ефесом Павла связывали давние отношения, но э, еще более глубокие отношения ефесян связывали, конечно же, с самим Христом. Посмотрите, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе. Это слово апостол, как вы знаете, э, вообще означает посланник. На самом деле оно могло означать посла, то есть довольно-таки высокого человека, занимающего высокий пост. А оно также могло означать и человека, ну, который просто был мальчиком на побегушках. Поэтому если... Ну, курьер, грубо говоря. Если к вам приходит курьер, вы же понимаете, что курьер на самом деле это всего лишь мелкая сошка. За курьером стоит тот, кто Послал его, если вам прислали букет цветов на день рождения. Вы же не говорите, курьер, я люблю тебя. Слушай, как хорошо. Вы, естественно, хотите выяснить адресата, ну, вернее, отправителя. Адресат это вы. Отправитель, кто же послал? Поэтому Павел здесь сразу упоминает, кто за ним стоит. О нас заботится: сам Иисус Христос. Это Он сделал меня апостолом, посланником. находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Опять повторяет апостол Павел. Вы находитесь во Христе Иисусе. Христиане это те, кто находится во Христе. Вообще этот образ для апостола Павла очень важен. Находиться во Христе это, в общем-то, большое благословение. Ну, представьте, вот мы сейчас находимся в этой комнате. Если э, человек, который какой-то приходит извне, ну, допустим, он стоит на улице и хочет каким-то образом э, в нас бросить камень или палку, у него это не получится, потому что мы находимся внутри здания, мы в доме. Э, таким же образом те, кто находится во Христе, они защищены вот этой заботой Божьей. И очень часто мы сами себя этой заботой лишаем. Кстати, и жизнь-то христианская вот так и строится. Либо христианин во Христе, либо он вне Христа. Ну, как бы он все время выпячивается. Если мы выйдем фотографироваться перед зданием, то здание уже не будет видно. Будет видно нас. А если мы зайдем в здание, и кто-то щелкнет в этот момент фотоаппаратом, будет видно здание. Я думаю, что вот здесь вот тоже очень красивая метафора для нас. Мы должны... Находиться во Христе, чтобы Его было видно, а мы находились в безопасности. Ну и, конечно же, о нас заботятся верные служители церкви. Сам Павел был послан к этой церкви, он заботился о ней. А с Ефесянами Павла связывало очень много. В прошлом, Павел, волей Божией апостола Иисуса Христа, вспомните, Он учил ефесских пресвитеров. В 20 главе Деяний апостолов» он говорит «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно мудрым и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не попустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас, всенародные по домам». Он предупреждал «Посему бодрствуйте» пометуя, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. Ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Вы видите, Павел был очень заботливым пастырем, в частности, для Ефесской церкви. История знает немало заботливых пастырей. Если вы читали историю церкви, ну, наверняка вы встречались с такими людьми. Я помню, вот меня поразило, как епископ Рима, был такой римский епископ Лев I. Чем он запомнился, так, сказать, почему он вошел в историю? Вы помните, что в тот момент Атила завоевывал Европу, и Атила подошел вплотную к Риму. И никто Атилу не мог остановить. Навстречу ему вышел римский епископ, Лев I. О чем он говорил с ним, мы не знаем. Но Атила повернул от Рима. Епископ спас город от разорения. Или Пелагий II, ну не тот Пелагий, который, который основатель ереси пелагианства, а был епископ Пелагий II и Григорий епископ, которые во время эпидемии чумы лично ходили по домам, Приносили воду больным, не боясь заразиться, ухаживали за больными, хранили их. Это папы римские. Заботились о живых, хранили умерших. Есть, конечно, и плохие служители. Есть даже русская поговорка, к сожалению, такая, про то, что раньше в церкви потиры были деревянные, а папы золотые. А сейчас наоборот. Ах. Тем не менее, Бог говорит, помните добро, которое Бог сделал вам через служителей. И Бог благословит вас. Бог привел вас к покаянию через служителей церкви. Их устами Бог говорит вам слова истины. Бог утешает вас через служителей. Служители молятся о вас. Это подарок Божий на самом деле для церкви. Такие люди, как апостол Павел, такие люди, вот как верные служители. Вы читали Властелин колец? Смотрели. Это вообще проблема современной молодежи. Не читают книг. А обязательно прочитайте. Смотреть не полезно. Полезно читать. Ну, примерно вы представляете. На самом деле, это глубоко христианское произведение, если увидеть верные образы. И помните, есть там такой персонаж, Арагорн, странник. И вот он беседует с Фродо, с главным героем. Я вам зачитаю фрагмент этой беседы. Послушайте, что на самом деле Толкин подразумевал под этим. Ты говорил о крепости, принимающей на себя удары врага. Но наша задача в ином. На свете немало зла, для которого ничто, крепостные стены и острые мечи. Много вы знаете о мире за границами Гондора. Там свобода, ты говоришь. Так вот, ее бы там и в помине не было, если бы не мы, северяне. Когда темные твари, которых ты и в кошмаре не видывал, вылезают из-под холмов, из темных лесов, не свобода, а страх царит на равнинах. И тогда на их пути встаем мы. Кто мог бы безопасно пользоваться дорогами? Кто мог бы спокойно спать в мирных краях Среднеземья? Если бы северяне Дунданы оставили свою неусыпную службу. Если бы покинули этот мир, ты говоришь, вас благодарят, но не помогают. Нам не перепадает и этого. Путники косятся, встретив нас на дорогах. Селяне изощряются, выдумывая для нас прозвище. Один толстый трактирщик прозвал меня колобродом. А между прочим, живет он в одном дне пути от чудищ, которых увидишь только и обомрешь. А если такое наведается к нему в гости, от деревни и труп не останется. Но он спит себе спокойно, потому что не спим мы, а по-другому и быть не может. Пусть простой фермер живет, не зная страха. Я и мой народ все сделаем, чтобы он жил так и дальше. Для этого храним мы свои тайны, видим свое назначение. Покуда в мире еще год за годом зеленеет трава. Вообще, я не знаю лучший комментарий к... или лучшей иллюстрации к труду служителя, который молится о своей церкви. Люди даже не представляют, какие опасности их подстерегают, если бы на пути этих опасностей не вставали молящиеся служители. Меня очень вдохновляет, например, у нас в Москве 47 евангельских церквей, и каждый вторник пасторы этих церквей собираются на молитву рано утром, еще до московских пробок в 7 утра они уже на молитве, чтобы молиться о своих церквах. Меня это очень сильно вдохновляет. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Давайте перейдем ко второму подарку. Второй дар, которым облагодетельствовал нас Бог, это двойной титул. Бог называет нас святыми и верными во Христе Иисусе. Во-первых, это очень престижно, что ли, да? Бог называет нас великими. Бог дает нам вот эти великие титулы. Великих людей мало. Все хотят стать великими, но их мало. Я слышал историю про то, как Никита Сергеевич Хрущев встречался с советскими писателями и как-то пошутил, оглядев, значит, зал, сказал, что-то среди вас Льва Толстого не видно. На что Шолохов встал, ну и говорят, тоже опасно пошутил, Глядя на членов Политбюро, говорит: да и среди вас Ленина не видать. А, люди привыкли мерить друг друга, так сказать, какими-то припом, ну как бы сравнивать друг другу с какими-то авторитетами. Люди всегда хотят видеть великих. Но именно христиане должны показать миру величие Божие. Вопрос только в том, насколько мы соответствуем вот этим титулам, которые которыми одарил нас Бог. Во-первых, Он назвал, назвал нас святыми. Посмотрите на экран. Что значит святые? Это означает отделенные Богом для Его целей. Члены церкви, верующие, не живут своими интересами. Интересы неба для них превыше всего. Они названы святыми. У них Божий взгляд на вещи. Они действуют из побуждений отличных от этого мира, ими движет желание творить волю Божию. У них другие авторитеты, Слово Божие, другие цели в жизни. В Самаре жил такой пресвитер, его фамилия была Тычкин. С ним однажды произошел такой случай. Он шел по улице поздно вечером после собрания, зима, и к нему пристали э, двое дюжих молодцов. Ну и сказали, дед, снимай шубу. А, дескать, э, это ограбление. Спокойно. Ну, на что он им сказал, ребята, ну я человек старенький уже. Я же пока до дома дойду, замерзну. Давайте мы вместе с вами прогуляемся до моего дома. Я там шубу вам отдам и пойду домой. Ну значит, ладно, согласились. Ну дед старый, правда, куда он денется? Пошли вместе с ним. И тут мимо машина подъезжает. Там верующие братья сидят и говорят ему: "Садитесь, брат, мы вас подвезем". На что пресвитер сказал: "Езжайте, братья, меня вот друзья проводят". А... И ну и братья уехали. Доходят они до дома. Ну он снимает шубу, отдает им. Ему говорят, стой, стой, дедушка, мы у друзей не, не забираем. Уж если назвал нас друзьями, значит, будем, будем таковыми. А другой наш брат, его арестовали в 30-е годы. Его везли на машине, его ну, везли в, в тюрьму, и машина забуксовала. Ну, а как? Конвой не может подтолкнуть машину, он должен при арестованном находиться. Следователь там, ну, один не сдвинет. Водитель ругается. Ну, тогда брат наш говорит, ну что ж, давайте я буду толкать. Вы сзади с винтовками стойте, а я толкать буду. Вытолкал машину вместе там со следователем. И вот пока ехали до тюрьмы, все они беседовали. Вот что значит быть святым. Святым это значит быть совсем другим, человеком непонятным этому ми миру, парадоксальным человеком. Ну и, конечно же, второй титул это верные. Насколько мы верные с вами, братья и сестры? В моем родном городе Тольятти на Южном шоссе стоит памятник верности. Может быть, вы видели его, часто показывают. Это памятник собаке. На южном шоссе сидит сейчас бронзовая собака, которая на протяжении 7 лет ждала своего хозяина. Он погиб в автокатастрофе. И 7 лет собака сидела на этом месте. Ее всем городом подкармливали. То есть все знали, она никому не шла. Она просидела там. Потом умерла уже, конечно, от старости. И э, ей поставили там памятник. Вообще быть верным ⁇ это редкая для наших дней характеристика. Верный ⁇ это значит надежный, тот, кто не подведет. И вот Бог называет нас таковыми. С точки зрения Бога мы верные, пунктуальные, педантичные. Верность подразумевает в себе и смелость, потому что не всегда Божьи поручения нам приятны. Мы же часто с вами молимся, Господи, открой нам волю Твою, пожалуйста. Когда Бог открывает, мы говорим, Господи... Закрой назад, нет никаких сил, потому что зачем это так вот. А верный это тот, кто скажет, да, Господь, я пойду и сделаю. Верный тот, кто не повернет назад, на кого можно положиться. Перейдем к третьему дару. Третий дар, двойное успокоение. Бог успокаивает нас. Посмотрите во второй стих. «Благодать вам и мир». Вообще, это любимое приветствие апостола Павла. Как вы думаете, почему? Греческое слово «харис», которое здесь у нас переведено как «благодать», этим словом приветствовали друг друга греки, вообще ну, язычники. Это было приветствие, принятое, для, ну, принятое среди язычников. Обычное для языческого мира. А словом мир, шалом приветствовали друг друга евреи. Апостол Павел любит соединять эти два приветствия. У него все время благодать вам и мир. Харис каэрине». а, по-гречески. Благодать вам и мир это двойное успокоение. Во-первых, Бог дает нам благодать. Вообще значение этого слова, ну значению этого слова очень много. У греческого слова Харис одно из главных, кстати, значений — обаяние, доброта. Бог обаятельный, если можно сказать, Бог добрый. Такое немножечко нехристианское определение. Это э, такая презумпция благожелательности, благожелательность по умолчанию. Это дар, ну, который невозможно заслужить. Бог дарит нам по благодати прощение грехов, и, пожалуй, вот это, э, этот подарок лучше всего иллюстрирует значение слова благодать. Мы можем быть спокойны, если вы смотрели фильм «Остров», э, помните, вот... Э, Отец Анатолий – святой человек, через которого Бог творит чудеса. Но человек, который до конца своей жизни не может найти успокоение, которого мучает совесть. Человек, который не знает, что такое благодать. Я довольно долго служил странствующим благовестником в палаточной миссии и сотрудничал с миссией Возрождения. И я помню одну женщину, которая пришла к нам, она покаялась на собрании, на призывном собрании. У нее была очень, ну, такая драматичная история. Она убила своего ребенка, причем уже рожденного. А, вот. И она не могла спокойно спать с тех пор. А, ну, ей постоянно снились кошмары, снился вот этот ребенок. И она ходила к экстрасенсам, к колдунам она пыталась к психиатрам обращаться, ничего не помогало. и только когда она познала благодать Божью, прощение грехов, только тогда она сказала: я сегодня впервые спала спокойно. я верю, что Бог простил мой грех. это очень сильное свидетельство. поэтому и следующее успокоение это мир. Бог дает нам мир. это прекращение войны с Богом. Чарльз Спирджин говорил, что если раньше совесть нас постоянно осуждала, то теперь, когда Бог подарил нам мир свой, совесть нас только мягко упрекает, но никогда не делает снова Бога нашим врагом. И даже когда нам угрожает смертельная опасность, вот этот мир пребывает с нами. Это двойное успокоение. Ну и, наконец, четвертый подарок, которым Бог облагодетельствовал церковь, это двойная защита. Посмотрите, второй стих опять. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Во-первых, Бог ⁇ это наш Отец. Я не знаю, какие у вас были отцы. У всех, наверное, отцы разные и по-разному. Мы воспринимаем само это понятие отец. Но вообще понятие отец, конечно, положительное. Вспомните э, детство свое. Ну я вот помню, мы с мальчишками все время хвалились своими отцами. А, там, мой отец главный начальник, там, а мой отец милиционер, он твоего папу там, в тюрьму посадит, а мой отец там боксер. Он твоего папу побьет. А, в общем, отцами принято хвалиться. Если отец хороший, то дети чувствуют себя в безопасности. А, потому что папа самый сильный. Ну, кто еще сильнее папы? Сильнее папы никого не бывает. Дети знают, что отец дарит подарки, потому что он щедрый. Ну, кто же еще дарит подарки? Конечно, папа. Еще дед Мороз, правда, но это же все равно папа. А, дети знают, что никогда не останутся голодными. Почему? Потому что, ну, папа об этом позаботится. Это всегда так. Дети знают, что папа, ну, даже иногда побалует нас, если что. Дети знают, что даже если папа наказывает, то он это делает не со зла, а для нашего блага. Дети знают, что если кто-то тронет их хоть пальцем на улице, там папа всегда заступится. Дети знают, что дом отца всегда открыт для них, когда бы ни было это. И все в этом доме принадлежит им на самом деле. Но с другой стороны, Бог это и наш Господин, это идеальный правитель. Он не только отец, он еще и идеальный Господь. Если мы посмотрим на правителей мира Сего, то мы увидим весьма безотрадную картину. Правители мира Сего в основном заботятся только о своем благосостоянии. Благосостояние народа их волнует мало. Вспоминают о народе только во время выборов или когда за них нужно умирать. Поэтому есть афоризм. Отечеством называют страну когда нужно отдавать за нее жизни проливать кровь и правительство очень часто вспоминает о народе когда нужно лить кровь а правители мира сего постоянно обманывают людей это к этому уже все привыкли правительство мира сего призывают отдавать вас своих сыновей чтобы эти сыновья умирали за них а господь бог Действует совершенно по-другому. Он заботится прежде всего о нас. Потому что о ком ему еще заботиться? У него все есть. То есть, э, глупо было бы представить себе Бога ворующим что-то. Ну, как, зачем Богу воровать? У него есть все. А, Бог помнит о нас каждый день и каждую минуту. Прямо сейчас Бог думает о вас. Потому что он совершенный Господь. Бог говорит только правду, порой неприятную, но всегда спасительную. И Бог отдал своего сына на смерть ради тебя. В этом отличие нашего Господа от Господа этого мира. Вот такие четыре подарка, братья и сестры, даны нам Богом. Подарки дарят из разных побуждений я читал про одного восточного правителя Алмансура. Он э, с одним городом никак не мог договориться. Он хотел сделать перепись в этом городе, ну, чтобы узнать точное количество народа и обложить их налогом, соответственно, подушным налогом. Но как узнать? Жители отказывались участвовать в переписи. Тогда Алмансур придумал гениальный маркетинговый ход он объявил на центральной площади, что каждый житель города в подарок от правителя получит по 5 динариев. Ну и все приходите, получайте 5 динариев. Все, конечно, пришли, каждый захотел получить 5 динариев. Из истраченной суммы правителю очень скоро стало ясно, сколько людей в этом городе, поэтому он тут же обложил их налогом в 40 динариев. Ну и вернул себе, так сказать, с лихвой потраченные деньги. А некоторые из ложных побуждений дарят подарки, чтобы потом получить больше. Бог так не поступает. А, ну, и с другой стороны, мы можем неправильно пользоваться дарами. Посмотрите: Бог дает нам двойную заботу, подарил нам двойной титул, дает нам двойное успокоение, двойную защиту. Как используем мы эти подарки? Благодарим ли мы Бога за них? Другому городу, средневековому, подарили солнечные часы, их установили на центральной площади города, и благодарные жители выстроили над ними навес, чтобы, так сказать, не испортились они. Ну и ясно, что, конечно, от подарка не стало никакого толку. Пользуетесь ли вы дарами божьими? Используете ли вы их? Благодарны ли вы за них? Это большой вопрос. Я хотел бы призвать нас сегодня благодарить Бога за то, что Он подарил нам. И в этом Его благословение и счастье для нас. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.